Друзі, у нас в гостях люди, які проповідують активний стиль життя. У нас в студії Сніжана Безега, керівник громадської організації Українська асоціація скандинавської ходьби та Національного клубу скандинавської ходьби України Let's Go, та Етері Жданова, керівник Київського відділення Національного клубу, того ж клубу Let's Go. Добрий ранок. Доброго ранку. Давайте все-таки почнемо з того, що ж таке взагалі скандинавська ця ходьба, що, в чому вона полягає? Ви можете вже відповідати, так? Да? Так, так, так. Так. Всім доброе утро. Скандинавська ходьба – это активный вид фитнеса, который довольно-таки недавно пришел в Украину, но очень быстро набирает темпы. Если говорить кратко, то скандинавская ходьба – это ходьба с палками, где мы ходим круглый год, доступна, проста и включает 90% мышц. Ну и плюс еще для любого возраста. Да, в любое время года, в любое время дня. Мы еще часто любим говорить, что это спортзал, который всегда с тобой. То есть, это комфортно, можешь... это легко. Скажите, пожалуйста, вот у вас в руках вот эти палки. Так, да, то есть в собранном виде, да. Це от спеціальне спорядження, тобто якісь звичайні використовувати взагалі не підходить. Повинні бути це такі. Звісно, це спеціально розроблені палки. В общем-то, якщо так говорити, скандинавська ходьба – це ходьба з спеціально розробленими палками. З определеною технікою. Яка їх роль? Тобто вони працюють на якісь м'язи, так? Вона максимально включає мишці верхньої частини тіла. И если вы используете правильно технику, то подключается 90% мышц. То есть представьте, вот такое огромное мышечное волокно включается в работу. Если вы в течение часа так походите, то вы сожжете гораздо больше килокалорий, чем при беге. Вы включите, да? При беге включается 70% мышц. При беге 70, а при скандинавской ходьбе 90, если правильная техника. Окей, це навіть ефективніше, ніж біг. В мене, наприклад, зараз шок, тому що я знаю, що коли ти бігаєш, то це все-таки у тебе там і коліна можуть бути травмовані, і надкисниці, тобто може бути багато протипоказань. Чи є певні протипоказання при скандинавській ході? Чи є, наприклад, якісь проблеми зі здоров'ям, при яких не можна в неї займатися? Ну, на самом деле... Отвечаю я, потому что я еще и специалист по физической реабилитации. Они есть, безусловно, но это очень уже тяжелое состояние, когда вы лежите. Если вы не лежите, можете встать, вам показаны, как бы, да, такая нагрузка. Вот. Есть, конечно, но они достаточно серьезные, и, как правило, это... В обычном жизни мы достаточно редко с ними будем штукаться. Это стиль, называется скандинавская ходьба. Это пошло звідти, да, из Швеции? Да, это пошло с Финляндии. Да, и мы вот сейчас организовываем этап Кубка мира по скандинавской ходьбе 14 апреля, и уже буквально через день встречаем основателя скандинавской ходьбы Марка Кантанева из Финляндии, который вот приезжает в Украину уже третий раз и активно помогает нам включать украинцев в здоровый образ жизни. 14 квітня, це вперше в Україні буде етап, я так розумію, Кубку світу, так? Це беруть професійні спортсмени, чи це може... Чи може будь-який... Ну, понимаете как, это, в принципе, спортсмены мы их называем, но спортсмены, правильно, если такой вид спорта существует. Пока совсем немного стран приняли скандинавскую ходьбу как вид спорта. Вот. Ну, поэтому мы называем это... молодые вид спорта. Конечно, но участвуют 6 стран. Да, вот сейчас у нас зарегистрировались иностранные участники, мы очень рады этому. Какие страны сейчас принимают участие? Сейчас, смотрите, у нас из... Да, международных стран это Франция, Польша, Германия, Россия, Казахстан и более 300 участников с нашей страны, да, которые приезжают с разных городов Украины. И вместе с этим мы еще организовали такую акцию флешмоб «Крокуй Украина», где тоже более 300 человек с палками выйдут и покажут, что они за активный и здоровый образ жизни. 14 квітня це буде відбуватися в Межигір'ї, так? Так. Можна було б ще колись подумати, що там буде кубок. Да. Саме так. Слухайте, ну насправді дуже спокусливо звучить для наших телеглядачів, коли ти чуєш, що замість там 70% там у тебе майже 100% твоїх м'яз взагалі включено в цей вид спорту, коли немає такого великого кількості там протипоказань, то нам треба зараз відповісти на декілька питань, які виникають одразу після цього. Це такі питання, що де цьому навчити?
вчитися, і де можна займатися, і де придбати спорядження, тому що палки ж повинні також бути спеціальними. Смотрите, щоб займатися, ми повинні розказати о том, що клуб розвивається в 4 направленнях. Це оздоровительне направлення, реабілітація, фітнес і туризм. І спорт. Тобто усі напрямки фітнесу та рекреації ми охоплюємо повністю. Да. І в рамках вот этих направлений различные тренировки. То есть, если мы публикуем объявление о том, что мы где-то проводим тренировки, мы пишем, что это оздоровление, это фитнес, и групп набираются соответствующим образом. И задачи, и цели ставятся разные для этих тренировок. Это абсолютно разные тренировки. Вот. Поэтому в каждом городе у нас, да, вот на сайте нашего клуба можно увидеть, в каком Більшість городе какие инструктора, Украины, какие парки. Да. Да. Да, и место, где мы можем заниматься, да, вот как мы сказали в начале, то есть это спортзал, который всегда с тобой. Конечно, мы предпочитаем парковые, лесопарковые зоны, да, чтобы еще вдохновляться, да, красотой природы, потому что современный человек, он, к сожалению, утратил, да, возможность быть на природе, потому что большее количество времени проводят в офисных помещениях. И очень жалко, когда вроде бы человек решил заниматься, да, здоровым образом жизни, идет в спортзал, да, снова как бы в помещении, а скандинавская ходьба такая вот альтернатива спортзалу на свежем воздухе. И немаловажный такой вот эффект, и люди начинают по-другому ощущать природу, любить ее в любых проявлениях, да, даже в дождь, снег, мороз, и при этом, ну, как бы укреплять свою физическую форму. Ну, наскільки я розумію, це в першу чергу все-таки усі мишці кору в тебе задіяні, просто йде повністю вся робота над ними. А якщо вам цікаво, де у Києві можна зайнятися скандинавською ходою та побачити своїх друзів і колег за цим видом спорту, наприклад, у нас коло телецентру на вулиці Іллєнка в парку Дорогожичі, я досить часто бачу прихильників вашого виду спорту. Да. І я провожу, наприклад, там тренування. А, тобто ви проводите навіть там зараз тренування. В парку от Дорогожичі. Коли? Обращайтесь, мы укажем контакты. Тут нема чіткого розкладу, там які дні, тижні ви займаєтесь. Ну, сейчас мы набираем там группу, поэтому и группа будет зависеть от того, кто именно, вот какое направление мы выберем. Яка буде, наприклад, вікова категорія збирається, або потому що, вот смотрите, у нас в кубке есть еще такая категория, мы очень гордимся, что этот кубок еще чем уникален. У нас участвуют люди с ограниченными возможностями, да, и у нас для них разработаны 3 категории. Это общие заболевания, это диабет, люди с онкодиагнозом и так далее. Вторая группа – это слепые и слабовидящие. И третья – это с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И у нас очень много людей зарегистрировалось, и они идут, будут награждены в своей категории. Вот. И очень хочется, чтобы такое понятие, как инклюзия, ну вот, все-таки она зазвучала. Саме так. Взагалі, останнім часом поняття інклюзивності в Україні, воно досить поширене, досить багато про це говорять. Чи працюєте ви з дітками, наприклад, з інклюзивністю? Тому що зараз Снежана как раз проект чудесный. Мы сейчас вот в Харькове начали проект взаимодействия со школами, где у нас один урок физкультуры, это скандинавская ходьба в 10 классе на протяжении всей четверти. Подключилась школа, руководство, учитель физкультуры, но самое главное, активно дети включились в процесс. И что у детей... Как дети реагируют взагалі? Дети реагируют по-разному, да, девочки по-своему, да, мальчики не всегда сразу серьезно, да, воспринимают. Но после первой тренировки, когда берут палки в руки и понимают, что сразу улучшается осанка, что человек, пройдя 200 метров, сразу согревается, да, потому что увеличивается кровообращение, человек по-другому начинает относиться к палкам, потому что изначально, конечно, мешают стереотипы, что это для пенсионеров, что человек это или с палками, да, это инвалидность, что это что-то противоестественное. Но когда он понимает, что включаются мышцы, он начинает уже по-другому реагировать. И, конечно, деткам в школе это заходит, потому что продумываем разные игровые формы. И есть такая проблема, когда они много сидят, да, то есть идет нарушение осанки. Да? Ну, например, сейчас в школах 80% детей с сколиозом выходят уже после 6-7 класса. Да. Да, поэтому вот некоторые даже упражнения, да, когда мы делаем с палками, наоборот, очень хорошо для проработки грудного отдела, для профилактики позвоночника. Тобто вид спорту для будь-якого віку, якщо ми бачимо. Тобто іменно, цей... да, даже палки випускаються для діток з 5 лет. То есть можно, да, то есть установить, они будут, да, они будут меньше, и потом, ну, тренировки очень интересны. Для детей вообще тренировки проводятся таким образом, чтобы Больше много было игры, да, да.
Вот, а с палками очень можно интересно играться. Да, це я знаю. До речі, і для ведучих ранку... Київського ранку, який тільки так і сиділи, отак от. А якщо б взяли палочки, так положили б отут, і... А можна б попросити у вас палку? Так, Вань, бачиш, отак от. Візьмеш собі палку, так от будеш тримати. Так у тебе одразу. Я просто по-іншому взяти зараз не можу, насправді, тому що все-таки у студії знаходжуся. 14 квітня буде особлива програма. Це, окрім цього, буде ще й майстер-клас. Розкажіть, хто його буде вести, як він буде виглядати. Ваня, мені не можна таке давати. Майстер-клас буде проводити ідейний вдохновитель скандинавської ходьби. Ми його часто називаємо основатель Марко Кантонева. Він дуже ярко і красочно проводить свої майстер-класи. І основна ідея, яку він ставить, включить людей на здоровый образ жизни, чтобы мы больше двигались с палками, без палок. Наша основная задача, чтобы человек увеличил свою активность, потому что сегодня это проблема, и наша задача максимально включать людей в движение. Угу. Тобто максимально найбільшу кількість людей заохотити до занять. Да, поэтому мы стараемся делать вот этот мастер-класс ярким, чтобы человек не просто пришел, там в таком формате разважаемого шоу, чтобы его вдохновить. И почему вообще идея пришла, вот такого кубка к нам, как организаторам. Мы в прошлом году были на чемпионате мира в Польше по скандинавской ходьбе. Масштаб этого мероприятия нас очень удивил и впечатлил. Ну, классно. Мы захотели привнести это в Украину, чтобы люди, которые живут здесь, могли это прочувствовать, потому что, к сожалению, не все имеют возможность, поехать за границу, и поучаствовать там. И я считаю, что вот такое мероприятие позволит украинцам включиться, замотивироваться и с новыми силами, готовиться к следующим мероприятиям, потому что очень важный факт – это мотивация. Иногда все просто, доступно, просто взять палки в руки, но почему то люди не виходять, то есть не хватает вот этого ключа мотивации. Ну, якийсь момент тобі стає так якось лінький, ще щось, а тут... Некоторые, знаете, стесняются еще с палками, потому что, ну, к сожалению, так зашел этот вид активности, как для людей, для старичков, вот. И люди как бы так, и мне даже пришлось футболку с надписью «Лыжи не теряла», потому что этот вопрос, где лыжи, это уже просто, годами... Ну, а з приводу людей літнього віку, дійсно, я, наприклад, коли от після роботи виходжу на вулицю, ми дійсно здебільшого бачимо людей більш старшого покоління із скандинавських палками. Ну, це, розумієте, як? Ще тому, що все-таки іменно в цьому віці людина починає думати о здоров'ї. Я, к сожалению, точно так же отношусь к этому возрасту, і я вспоминаю себе в молодості, мені, не сильно... Яка там скандинавська хода? Мені і так все добре. Так, ну, тут уже... Вік, ми дуже вам бажаємо, щоб у вас пройшло класно ваш етап чемпіонату світу. І я думаю, що ми ще раз довели нашим телеглядачам, що це не тільки втрачені лижі, які ніхто не втрачав ніде. І взагалі це вид спорту, яким треба займатися навіть у молодому віці. Друзі, 14 квітня приїжджаєте в Межигір'я. Ви зможете долучитися до флешмобу, я так розумію, на 2 кілометри. І спробувати на власному досвіді, що ж це таке скандинавська ходьба. І у нас в гостях були люди, які надихають займатися цим видом спорту.